Огонь! Лайфхак полностью сработал. Плюс? Лёня, в смысле плюс? Ты где вообще? Лёня, ты чё? Ты чё, сдурел что ли, Леонид? В смысле, ты чё сделал? Я сейчас вообще не... Ну-ка, а давай-ка объясняй, что происходит. Лёня вышел из чата. Лёня, вернись в чат. Лёня, ты сдурел что ли? Ты чё тут наделал? Скажи мне, пожалуйста. Я тоже хотел попробовать. Лёня, кого попробовать? Лайфхак попробовать? Ты чё сдурел что ли? Давай вылазь отсюда, ты чё скорей? Быстрее, Лёня, ты ж задохнёшься. Давай вылазь, Леонид. Чёрт возьми, ребята. Приветус, это я, Владус Марвеладус. И я сегодня со своим ассистентом Леонидом будем проверять лайфхаки из ТикТока. Я подготовил для вас несколько лайфхаков. Надеюсь, вы для меня подготовили лайкосы. Лёня, вылазь. Да-да-да-да-да, Лёня, скорее. Да-да-да-да-да-да, быстрее, иначе я тебе сейчас стекло разобью. Давай-давай, Лёня, пошуршал. У нас первый лайфхак очень интересный. Смотрите, ребята, все вы знаете, наверное, этот лайфхак с попугаями. Когда... Да, я знаю, да. Да, он не сработал, и что? Но лайфхак не об этом. Смотрите, все вот эти попугаи, они должны были сидеть тут. Но они все вылетели прекрасным образом. Смотрите, я вам могу это показать. Лёня, не мешайся, пожалуйста, дай мне сломать люк. Дальше мы с вами поставим поршень вот сюда, стекло вот сюда, попугая. И смотрите, попугай все время вылетает. Опа. Ну, он сейчас вылетит. Он как бы сидит здесь недолго, понимаете, ребята? Рано или поздно этот попугай уходит. Но лайфхак прикольный. И мы сегодня попробуем... Знаешь что, Лёня? Не знаешь, да, Лёнь? А мы сегодня попробуем этот лайфхак вот с ним. С Леонидом. Да-да-да-да-да-да-да. Лёня, Лёня, куда побежал? Лёня, стой. Лёня, меч видел? Вот, другое дело. Давай, возвращайся, возвращайся. В общем так, что нам для этого понадобится? Да, в принципе-то, ничего особенного. У нас все есть в инвентаре. Лёня! Ты чё опять с Кешей разговариваешь, а? Привет, красавчик! Лёня, какой красавчик? Ты чё с ним заигрываешь-то, Лёня? Это ж попугай! Кря-кря! Лёня! Ты чё сдурел, что ли? Ну-ка, давай-ка, за мной! Сейчас мы будем тестировать лайфхаки на мистере Леониде! Значит так, вставай сюда, Лёня, вставай сюда! Лёня, ты куда пошел, Лёня? Меч видел, Лёня? Прощай! Леонид, стой! Леонид, Леонид, не надо, не надо! Я сделаю все, что угодно! Все, что ты попросишь, я для тебя сделаю, 100%! Правда? Да, Леня! Я тебе обещаю, мы с подписчиками готовы на все, чтобы ты не уходил, они все тебя очень любят, Леня! Кучу лайков хочу! Леня, вообще без проблем! Правда ведь, ребята? Давай мы тебе поставим кучу... Сколько тебе надо? Говори цифру, а! 10 000 000! В смысле ка? Леня, это же 10 миллионов лайков! Ты сейчас с ума сошел? Леня, мы столько не поставим, Леня! Мы поставим... Ну, 10 000... Вот просто 10 000 хочешь, мы тебе 10 000 можем поставить! Да в смысле нет, Леня! Ну, пожалуйста, давай договоримся уже, а! Ты мне нужен для лайфхака! Тогда 20! 20 000? Окей, ребята, давайте постараемся для Леонида, потому что он мне сейчас нужен для лайфхака, а потом мы его сами зарежем вот этим мечом алмазным. Я тебя понял, я не глухой. Леня, 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 подожди, я не хотел этого говорить, Леня, стой, я вообще не про... Леня! Все нормально? Чё ржёшь-то? Ты меня напугал, у меня сердце чуть не остановилось. В прошлый раз, когда ты отсюда спрыгнул, ты умер. Кого обманул? Леонид? Быстро к лайфхаку! Итак, ребята, внимание, у этого лайфхака ровно два варианта. Смотрите, первый вариант это вот такой. Мы Леню погружаем, так скажем, в двойное стекло. Мы ставим стекло вот так и поршни вот таким образом. Опа, смотрите. И активируем их. Все, Леня у нас в ловушке, Леня в заперти. Леонид? Красавчик ты мой, все получилось, золото мое, смотри, Леня, шоколадный ты парень, смотрите-ка, все вообще четко сработало, и теперь Леня это наш экспонат. Владус, то Леонид? Сикнул в штаны. Леня, даже попугаю в шоке с тебя, Леня, почему это каждый раз происходит, Леня? Подожди-ка, дай-ка я тебе попробую что-нибудь скинуть, поймаешь или нет? Опа! Лёня, это просто прекраснейший лайфхак. Просто для какого-нибудь троллинга это 100% под... Лёня, ты чё тут всё... Лёня, а это... А это ты мою воду разлил или нет? В смысле нет, Лёня? Не понял? То есть у тебя моя вода-то осталась, да, в ведре? Да. А это что тогда такое ты разлил тут? В смысле? Хе-хе, Лёня, в смысле? Лёня, Лёня!
Ты опять за свое! Давай, собирай это все дело. Я сейчас должен показать второй вариант лайфхака. Итак, внимание, дорогие друзья. Второй вариант лайфхака у нас заключается вот в этом. Смотрите, мы ставим поршень уже вот таким боком. Сюда мы стекло и поршень активируем. И когда мы его активируем, у нас Леонид ложится. Но его приплющивает чуть-чуть, потому что, ну правда, больно стеклом по голове, если сверху дать. И дело в том, что он так будет лежать до конца, пока мы не уберем стекло. Но, конечно же, стекло мы не собираемся убирать, ребята. Что, я дурак, что ли? Мы его просто придавим еще... Стоп. Вы видели, как поршень сработал? Чё? Каким образом? Как он сработал на таком расстоянии? Лёня, все нормально, Лёня. Плохо тебе, Лёня, да? Плохо, Лёнь? Дышать не могу. Лёня, ну ты же дышишь-то нормально. Ты же за стеклом. У тебя голова-то за стеклом торчит. Все нормально, Лёнь. Лишнее мы с вами убираем. И, ребята, чтобы это все выглядело максимально красиво, мы просто добавляем вот сюда стекло. И теперь наш Леонид может плавать в полноценном аквариуме. Леня, ты опять все затопил. Так, убирай, убирай. Высушу листвой. И смотрите, если сделать вот так, то получится, правда, настоящий аквариум с Леонидом. Выпусти в туалет. Лёня, ты чё тут плаваешь? Смотрите-ка, рыбка наша плавать научилась, шоколадная ты моя рыбка. Ладно, давай, вылазь отсюда, Лёнь. Давай, бегом, бегом, бегом в туалет, бегом, бегом, Лёня. Лёня, туалет не здесь, Лёня, 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 стоп, Лёня. Лёня, даже не думай, Лёня, даже не... Лёня, ты думаешь, я тебя там не достану, что ли, Лёня? Леонид! Леонид, Лёнь, ну, послушай, стой, ну, Лёнь, ну, Лёня, ты куда пропал, Лёня? Ага, вот ты здесь, Лёня, ну давай уже вылазь, хватит шуток, Лёнь, давай вылазь. У нас следующий лайфхак уже вообще-то, а? Лёнь, ну куда ты? Лёня, Лёнь, слушай меня, меч видел? Ты далеко. Окей, Лёнь. Ты думаешь, я бегать не умею, что ли, Лёнь? Ты думаешь, я бегать не умею? Леонид! Я быстрее тебя же еще бегаю. Ну-ка, иди к сюда. Попался? Шоколадный заяц. Пошли-ка следующий лайфхак делать. Ребята, следующий лайфхак у нас дико интересный. Сейчас я вам все покажу. Этот лайфхак поднимет настроение всем вашим друзьям, если вы играете, допустим, в мире вместе. Лёнь. Я... Ты так и не научился прыгать через костер или что? Что ты делаешь? Лёня, по-русски, пожалуйста, Лёня. Это что сейчас было, Лёнь? Это что сейчас за вода сейчас была здесь, а? Лёня, хватит это делать! Лёня! Знаете так, смотрите, ребята, в чем заключается лайфхак? Леонид, зацени, тебе это тоже понравится. Иди сюда, расположим это все дело вот тут. Смотри, делаем заборчик вот так вот вверх, и наверху располагаем мы вот такой бетон. Выглядит пока что странно, согласен, как чупа-чупс большой, Лёня, да? Что нет? Что нет, Лёня, что тебе опять-то не нравится? Лёня! Дальше мы убираем вот это основание. И как-то, ну, некрасиво пока что, некрасиво, согласен. Дальше мы садим сюда нашу курицу. Но, чтобы она не сбежала, делаем это все максимально аккуратно. Это что там такое? Что там такое было? Максимально аккуратно делаем все. Курицу мы берем на поводок и сюда мы ее привязываем. И дальше мы это дело все закрываем. И у нас получился топовый воздушный шарик. Леонид, посмотри, как это клево выглядит. Лёнь, я же говорил, что тебе понравится. Лёнь. Ну, я лайфхак сделал, Лёнь, ну посмотри, Лёнь. Ну, как тебе? Чё нет? Ну, Лёня, я же сейчас говорю... Лёня, ты врун, я знаю, что тебе понравилось. Но это правда топовый лайфхак. У нас получился воздушный шарик. И еще, если их сделать несколько, то это будет выглядеть просто офигительно. Можно использовать не только бетон, а вот, например, еще вот такую штуку. Вот такие шарики у нас, Лёнь, с тобой получились. Мне кажется, это нереально клевый лайфхак. Этому лайфхаку мы точно ставим лайк. Мне кажется, пора менять ассистента. Посмотрите, пакостит просто. А, это у нас не... забыли, ребята. Лёня. Я ж тебя точно поменяю, Лёня. Куда улетел, Лёня? Куда улетел? Ты его только что сгрыз просто, Лёня! Лёня, в общем, я принял серьезное решение менять нафиг ассистента. Ты больше мне не ассистент.
Надо, Леня. Смотрите, ребята, Леня это мой подписчик. Ассистентом можно стать только если вы подписаны на мой канал. Я беру только подписчиков. Леня как-то был моим подписчиком. Он и сейчас подписчик, но видите, он слишком пакостит. Мне нужен нормальный ассистент. Я понимаю, вы все любите Леню. Стой, у меня для тебя сюрприз. Леня, правда? Ладно, давай так, последний раз. Я тебе даю последний шанс, показываю сюрприз, если там что-то хорошее, то, возможно, я тебя не поменяю. Хорошо? Открой, там алмазы и лайки. Опа, Леня, алмазы я люблю, а лайки-то люблю еще больше, Лень. Ну ладно, давай. Леня! Ну все, ребята, давайте-ка, нужно заменять ассистента Леонида, потому что у него сейчас вот этот меч, знаете, где окажется? Он просто не сможет мне ассистировать лайфхаки таким образом, Леня. Смотрите, ребята, у меня готов лайфхак второй, Лень. А чё, вот так вот. Леня. Доигрался. Мы спавним сюда поборника. Леня, чё делаешь, Леня? Что тебе еще нужно, а? Скажи, пожалуйста, сиди в доме, пожалуйста. Я больше не буду. Леня, точно? Не стреляй. Ну все, Леня, я запомнил. Так, поборник, успокойся, ты охотишься не на Леонида. Спокойно, спокойно. Смотрите, если мы рядом поставим ему зомби, то зомби он трогать не... Леня, не дразни поборника, пожалуйста. Леня, не дразни его, пожалуйста. Не надо этого делать, он тебя просто сожрет. Он тебя сожрет, Леня. Смотрите, зомби он не трогает, но мы можем сделать так, чтобы он убивал всех злых мобов. Для этого мы ставим наковальню. Леня, ты кого привел сюда, Леонид? Леня! Что происходит, Леня? Опа, Леня зомбика в ловушку загнал. Леонид, красавчик, мужчина в расцвете сил, Леня. Вот это я понимаю, вот это ассистент, посмотрите-ка, ребята. Исправляется у нас Леня, исправляется, все нормально, так все, успокоился быстро, Леня. Другое дело. Мы заходим в доковальню, называем бирку Джонни. Джонни, Леня, ты что делаешь? Леня, ты что делаешь? Бирка Джонни, и если мы назовем так нашего поборника, то он начнет бить всех злых мобов. Давай, поборник, помогай, поборник. Давай, бей их. Леня, кажется, он это, на тебя отвлекся. Леня, уйди-ка, нам нужно кое-что протестировать. Давай, оба! Другое дело, ребята, смотрите, он их сейчас все завалит, но почему-то он вот этого зомби не трогает. Давай, поборник, работай, что ты стоишь, смотришь. Леня ушел, быстро вышел отсюда. И смотрите, поборник совсем легко справляется с любыми мобами. Его можно поставить, по сути, на страже вашего дома. Но это будет опасно, потому что он еще и вас может убить. Леня! Ты что там делаешь? Леня! Упс. Леня, беги, пожалуйста, не надо взрывать ничего. Леня, беги! Что же, Леонид, это тот самый лайфхак, который твой любимый, который ты сам попробовал, и у тебя у самого даже получилось. Смотрите, ребята, как он работает, открою вам секрет. Здесь у нас стоит полублок, на нем стойка, и здесь, как вы понимаете, голова зомби. Леня, на позицию! Спасибо за букет, Лень, но давай-ка это, не сюда, Лень, давай-ка. А, давай сюда, давай здесь сделаем, вообще без проблем, Лень, да... Окей, как скажешь. Мы Леню закрываем, чтобы его не сдвинуло, не задавило лишний раз. И вот таким образом мы ставим поршни. Дальше мы их закрываем. Леня, все нормально. Леня, дыши, пожалуйста. Теперь, Леонид, подвинься-ка чуть-чуть. Давай-ка, чуть-чуть. Я буду погибать молодым. Леня, ты не будешь погибать, если я тебя сам не убью. Все будет нормально, все. Леонид подвинулся, отлично. Убираем здесь полублок, ставим вот сюда поршень. Ставим вот сюда стекло, активируем поршень. Ребята, лайфхак-то готов, вы посмотрите. Красавчик Леонид, мужчина в расцвете сил. И он даже может ловить всякие предметы, да, Леня? Не бей, лучше лайк поставь. Леня, да мы все лайки уже давным-давно поставили. Что ты делаешь, Леонид? Блин, Леня, намусорил, елки-палки, все это за тобой тут убирать нужно. Лень, что? Лень, что делаешь? Лень. В этот раз у тебя это не получится, понял, Леня? Леня? Леня! Ты что? Леня!